Ултык ономастика «Ель Айнасы». Под таким названием в Петропавловске прошел очередной этап областного конкурса. Участие приняли три команды. Участники – представители 11 районов региона. Подробности в сюжете. Ултык ономастика «Ель Айнасы» – ежегодный республиканский конкурс среди специалистов, занимающихся языковой политикой в местных исполнительных органах среди всех районов области. Главная цель данного конкурса – усилить ономастическую работу и стимулировать специалистов отрасли к развитию и переименованию объектов ономастики. В данном конкурсе принимают участие три группы специалистов в области ономастики, занимающиеся языковой политикой в районах области. Конкурс состоит из четырех этапов – презентация, законодательные вопросы, ответы на вопросы и викторины. Стоит отметить, что конкурс проводится второй раз в связи с пандемией. В прошлом году он проходил в онлайн-формате. Команда Северо-Казахстанской области, состоящая из районных специалистов, заняла второе место среди участников со всей республики. Это представители Мамлютского района, Кызылжарского и Мағжана Жумабаева. Одна из них – Бибигуль Темирбекова. Лично я, как специалист в этом конкурсе, взяла на себя большой объем работы. Дело в том, что мы занимаемся изменением идеологически устаревших названий в сельской местности и надеемся, что в будущем работа будет успешно продолжена. Все участники награждены благодарственными письмами и ценными подарками, а лучшие получат путевку на республиканский этап, который пройдет в ноябре в Павлодаре. Мадина Нуркина, Адиль Нуржанов, служба новостей.